Один английский автор в эпоху реформации, он сказал такие слова. Христианство основано на двух заветах, да, ветхие и новые, трех кредо, это никейский, апостольский, афанасьевский. Все их я привезла с собой, все экземпляры вы получите. Трех кредо, четырех евангелиях и на первых пяти веках христианской истории. Христианство основано на двух заветах, трех кредо и первых пяти веках христианской истории. Это будет немножко больше, чем пять веков, это будет семь, потому что в VII веке еще будут соборы проходить, и в VIII веке будут соборы. То есть мне предложили, чтобы я рассказывала соборы, богословскую мысль, но чтобы я в связи с этим рассказывала и события, на фоне которых это было. Понятно? До VIII века, это значит, мы возьмем, тут будут у нас и готские завоевания, и арабские завоевания, и падение Римской империи. Огромнейшие события будут проходить. Вот. Ну, вот я вот хочу это как раз вам нарисовать. Вот это начало истории, христианской истории. Значит, это будет у нас с первого, ну, по восьмой века вот. Это, можно сказать, взрыв богословия, то есть обилие. Обилие богословских размышлений, предложений. Причем, учтите, это не было ни на каком фоне. Раввинистическая традиция иудейства – это было совсем другое. Здесь рассматривались вопросы. Я сейчас прочитаю вам в Библии, прямо покажу место, где начало христианского богословия. Евангелие от Матфея, 14 глава, 33 стих. Здесь речь идет о том, как Христос шел по воде к своим ученикам. Как Петр сказал, повели мне прийти к тебе по воде, как он начал тонуть, как Христос помог ему войти в лодку, и ветер утих, когда они вошли в лодку. И вот 33 стих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Я хочу, чтобы вы поняли, испытали потрясение от этого утверждения. Они поклонились ему в значении поклонения, не в значении такого приветного, понимаете? Это было поклонение. Они были евреи, иудеи, которые твердо знали, не поклоняться никакому, ничему другому. Наш Бог один, наш Бог Ягвы. Это был клич боевой, с этим умирали иудеи. Они жизнь отдавали. Бог один, наш Бог Ягвы. И вот они поклонились и сказали: «Ты Сын Божий». Вы должны представить себе массу. Они не могли сделать иначе. Он остановил бурю, он шел по воде. Ты Сын Божий. Но как же это все, как это все уразуметь? Если это Бог, то тогда что же в Ветхом Завете было? И какое отношение имеет Христос к Богу Ветхого Завета? А как же понимать сотворение мира? А как же соотносится... Вы понимаете ли, что здесь столько вопросов возникают в связи с этим? Нужно было все мировые теории рассмотреть в связи с Евангелием и Иисусом. Как понимать мир?
землю, Бога. А как человек это понимать, если это человек перед тобою? Они с ним ели, они ходили, Иоанн на груди даже возлежал. Он человек. Так как же может Бог стать человеком? И что это значит для человека? Что такое жизнь? Потому что Христос воскрес. Как же нам понимать тогда эту жизнь на этой земле? Как же нам понимать тогда вечную жизнь? Вы понимаете, это не было, их ум не был подготовлен к этому. Это займет эпоху, вот эту эпоху. Все эти вопросы. И мы с вами будем их разбирать. Евреи, которые много пострадали во всю историю, рассказывали такой анекдот, как наша, вот, советская еврейка, напряженно слушает радио соседкой в коммуналке. А там радио говорит, посевные там или же завод какой-то открыли, или выпуски какие-нибудь, или там заседает кто-нибудь, ну что-то такое. Она напряженнейше слушает, а потом соседку спрашивает: «Ты мне объясни, что это значит для нас, евреев?» Знаете что? Это замечательный вопрос. Мы должны спрашивать, а что это значит для нас, христиан? Все значит. Все, что происходит сейчас, все, что в газете, все это значит. Так, так продолжим. Вот эти первые века христианства, я вот так даже обведу, это, вот это, я говорю, взрыв богословия. В очень бурное время. Я когда говорю это слово «в очень бурное время», я подумала, что я говорю. Где не бурное время? Вы понимаете ли, оно всегда бурное. А наше время? Вот. Это то время, когда на западную часть Римской империи напали готы, северные народы, или германцы, которые образуют потом всю Европу. Вся Европа – это все германцы. Язык общий. Если кто знает немецкий, он прекрасно поймет и испанский, и французский. Это готские племена. Они с севера, с лесов диких, заполонили Римскую империю, и было падение Римской империи. И были предварительные, так сказать, поражения, которые она испытывала, потрясения. И падение Римской империи будет здесь, в V веке, в 476 году. И будет восприниматься это как конец света. Блаженный Иероним, переводчик Вульгаты, он писал: «Не могу говорить без слез. Кончается мир». Рушится весь мир, а рушилась всего-навсего империя, которая потом, на развалинах которой потом образуется Европа. Это будет восприниматься как конец света, потому что тысячелетняя империя, враги не заходили тысячи лет Рим, и вот они грабят Рим, жгут Рим. Как это может быть? Беженцы, пожары. Не могу писать без слез. И это все вот в это время будет происходить. Рим – это не просто Римская империя, это римская культура, это образование, это их наука, это их образ жизни, это их виллы, это их бассейны, это их статуи. Это рабский труд, который обеспечивал всю эту красоту. Все рушится. И все рушится, вы знаете что? Почему? Из-за христиан, которые пальцем не тронули эту империю. Империя рухнула, потому что появились христиане.
появилась живая вера в живого Иисуса Христа, живого Бога, потому что это Бог. И рядом с ним, на фоне этой живой веры, все Зевсы, Афродиты и там прочие, там все боги, и Ваалы и прочие, это куклы, игрушки, идолы бездушные. А вы знаете ли, есть закономерность, слушайте и вникайте, ни один народ не переживает гибели своих богов. На нашем языке мы скажем, ни одно государство не переживает гибели своих богов. Ни одно государство не переживает гибели своей идеологии. Понятная мысль, да? Если государство, им была какая-то государственная вера, и эта вера оказалась ложной и пала, государство не может ее пережить. Ну, что мы видим в нашей истории сейчас? Все хором говорят, старого государства уже нету. И границ нету, и территориальное изменение. И вы понимаете, ни одно государство не может пережить гибели своих богов. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Значит, это бурное время, да? Падение Римской империи было. С этого 5 века, с падения Римской империи, где-то примерно до 10 века, вот какой-то вот этот вот период, ну, не знаю, где-то 50 век поставить. Это называется темное время. Потому что разрушены варвары. Императора убили, его там команду перебили. Готы захватили власть, своих королей поставили, своего императора выбрали. Вы понимаете, и это темные времена называются в истории. Средние века, они простираются дальше, до реформации. Это будет у нас уже 16-17 века. Это второй взрыв богословия. Между ними большой период, даже так продлить можно, это темные века. А, с 10 по 16 тоже темные века? Нет, это средние века. Темные века, потому что разорена культура. Это очень трудно восстанавливать культуру. Темные века. Да, там были яркие люди, но вы знаете, что они тоже перебиты были. Ну, мы будем с вами говорить про этих ярких людей. Юстин мученик он. Погиб он. Поликарп, ученик апостола Иоанна. Он погиб. Киприан, блестящий руководитель церкви. Он погиб. Понимаете ли? Оригена отпустили на волю умирать с перебитыми ногами, перебитыми всеми внутренними органами. Понимаете как? То есть перебито. Это темные века наступили. И вот где-то здесь, вот, 11 век, это будет у нас, вот появляется что-то, 11 век, это будет там появляться у нас Ансельм, там 11-12 Абеляр, потом появится 1140 Петр Ломбардский, который систематизирует все, что отцы наработали, то есть вернется опять к этому наследию. Ну, вот понимаете ли, вот так. И потом вот этот подготовлен будет
взрыв богословия вот это 16-17 века. Какие вопросы рассматривались? Что мы с вами будем изучать здесь? Конечно, вот фон мы должны будем изучить, фоновые явления, которые были здесь. Здесь захватывает 8 век, 6 по 8 будут следующие завоевания, волна. Это будут уже арабские завоевания, когда мусульмане двинутся и завладеют полумиром. И это, если готы преимущественно завоевывали западные части, то арабы – восточные части. Совершенно разными результатами. Готы пришли, завоевали Римскую империю, расхватали себе короли, герцоги, бароны. Я тут покажу вам лоскутное одеяло Европы. Ну, кто что ухватил, и там стал королем. И так стала образовываться Европа. И они там осели. И то арабы завоевывали восточную часть Римской империи. Это греческую часть. Они захватили, они просто отторгли от восточной части весь иноплеменный Восток. То есть все, кроме греческих, все страны, которые входили. Это будет и Сирия, и Ассирия, и Малая Азия, где апостол Павел проповедовал. Впоследствии потом и Византию возьмут, и Стамбул будет у них вместо Константинополя. То есть, понимаете ли, здесь совсем другая история. Здесь просто была потеря. А вот на Западе, там произошло нечто совершенно удивительное. Западная церковь решала вопрос, как ей быть с этими ордами, которые захватили Рим, Римскую империю. И они приняли фантастическое решение. Церковь открыла объятия для завоевателей. Слышите? Они стали их христианизировать. Началась великая эпоха христианизации народов. Это и франки, и ломбардцы, это германцы, это потом двинуться на Скандинавию, потом Латинскую Америку, потом в Америку. Непрерывная христианизация. И готы восприняли это и стали христианами, уж как там, номинально или как, но они стали христианами. И началась эта история Европы. А арабы никакой христианизации не поддавались, они приходили со своей религией. У готов не было своей религии. Ну, были там местные башки, может быть. Понимаете, то есть совершенно другая история была Востока и Запада, развития. Восток просто потерял свои территории, а потом и сам кончился. То есть арабские завоевания покончили вообще с восточной частью Римской империи. Если бы не была к тому времени христианизирована Русь, то восточной части просто бы не было, не существовало бы. Осталось только вот это вот наша с вами территория. Какие вопросы рассматривались? Самый главный вопрос рассматривался. Так кто же... Так, где-то здесь у меня хорошая тоже такая цитата. История Вселенских соборов входит в историю богословской мысли. А история богословской мысли первых веков христианства представляет собой комментарий на слово «Бога-человек». То есть все богословие пыталось освоить «Бога-человек». Понятно? И комментарии, размышления по этому поводу. Богословие началось христианское, я вам прочитала с чего, что поклонились ему, признали Богом Христа. И это перевернуло все прежние понятия. Надо было все пересмотреть. И первый вопрос был, кто такой Христос в отношении Бога?
вот того Бога, который известен в Ветхом Завете, который Творец мира, который наш Создатель. Вот кто Он является в отношении Его? Вы знаете ли, что в Евангелии все это черным по белому написано? Но освоить-то это, ввести в обиход, это было очень, очень тяжело. Поэтому вот такие удивительные вещи, комментарии по поводу Бога-человека. Итак, первый вопрос, который рассматривался, это вопрос теологии. Кто же Бог? Кто Христос в отношении Бога? Этому будут посвящены первые два собора. Но когда этот вопрос будет разобран, эти два собора займут 30 лет. Возникнет вопрос, а кто же такое Христос в отношении нас? Что как-то в моем анекдоте? Как это касается нас, евреев? Как это касается нас, людей? Что Христос – это Бог? Нам-то что от этого? Как это? А к нам-то Он кто? Он что, по виду был человек? Или в самом деле человек? Или у него воля была божественная, а так был, в основном был человек? А может быть, у него душа как-то по-другому была устроена, не так, как у нас, и это же Бог. Вы понимаете как? То есть это мы с вами все будем изучать. И вы будете читать первые источники всех этих обсуждений. То есть это был вопрос христологии. И фактически, это все был вопрос о Троице. Потому что надо было решить вопрос, крестили самых первых христиан во имя Отца и Сына и Святого Духа. А кто такой Святой Дух? Это энергия, это сила, это пневма или это личность? А что делает Святой Дух? А что делает Сын? А что делает Отец? А это одно и то же? А это разные личности? Или, то есть, понимаете ли, это голову свихнешь. Какие вопросы стояли? Вот это. И Вселенские соборы выковали, можно сказать, вот как кузнец выковывает же, символ веры, который определяет сразу, это христианин или нет. Потому что человек, который не видит во Христе Бога, это не христианин, да? Или кто не видит во Христе человека, это не христианин. Или кто не принимает участие, не понимает, кто такой Дух Святой, что он делает, это не христианин. Понимаете? Это сразу отсекает все многие ереси. Ой, сколько мы будем с вами... Это мы с вами говорили, потрясения социальные, там, завоевания, арабские завоевания, готские, христианизация. А сколько было этих нападок умственных? Шла в атаку, вся греческая философия шла в атаку на христианство, гностики. Все иудейство шло в атаку на христианство. Это иудейские разные ереси. Другие промежуточные ереси, которые заставляли христиан думать, формулировать, искать ответы, фактически развивать богословие. Ереси помогают истине сиять ярче. То есть все это во славу Божию получилось. Это все это удивительные вещи, и первые христиане справлялись с этим. Богословие, первые труды, которые написаны будут здесь, не в первом веке. В первом веке есть послание, которое мы читаем вот здесь, в Библии.
там ничего другого написанного нету. Вот еще даже дидахи, учения апостольских отцов, это первое, что будем писанием уже апостольских. Вот дидахи. Это уже тоже где-то во втором веке. По очень простой причине. Вы знаете, что первые христиане, первая церковь, о которой мы сейчас будем говорить, первая церковь, она была вся эсхатологически настроена. Пришествие Христа ждали вот-вот. Поэтому никакими учениями не занимались. Они держали то, что верено. Они переписывали, перечитывали, заучивали, цитировали Писание. И даже в голову не приходило то, что нужно добывать истину, когда ты читаешь. Знаете, мы многие вещи мы будем сами для себя познавать. Когда мы с вами проповедуем, когда мы с вами для себя читаем Библию, мы должны добывать знания, а не просто повторять и цитировать. И добывать знания. И потом еще. Вот это вот у нас история христианских доктрин. Католики отрицают такой предмет и не преподают. Какая история, когда истина тебе дана в Писании, а кто прибавит или убавит, там сами знаете, анафема. Какая история? Да, прибавить и убавить нельзя. Но наше осмысление, степень нашего осмысления, она может развиваться. И я не уверена, что мы с вами все здесь поняли. Мы то и дело. Вы знаете ли, что я скажу вам? Только тогда, когда появились пятидесятники, мы были вынуждены обратить внимание на деяния апостолов. Их в церквах просто как-то не читали. И я лично не читала. Понимаете, послание – это одно дело, а деяние – ну, как история. А что это действие Духа Святого, формирование церкви? Благодаря пятидесятникам, которые обратили внимание на действие Духа Святого. Только благодаря появлению харизматов мы обратили внимание, что дары. У каждого есть дары. Надо эти дары открыть и использовать для блага церкви.